здесь мы сегодня спали. Тут много кошек. Ладно, пошли. Привезли, значит, нас сюда вчера вечером. Само собой, было темно. И, само собой, было слышно шум. Но теперь я понимаю, что это была река. Вот такая вот речка. Красиво, живописно. Других слов нет. Но я продолжу разведывать обстановку. Вдруг есть еще более красивые места здесь. Ломится тут к нам. Страшно звучит. Познакомился с одной таджичкой, узбечкой. А ты не делаешь кофе? Да. Ой, красиво, нравится мне. Блин, даже дополнительной озвучки никакой не надо. Да. Хорош, давайте помним, что это за нога. Вот видите, что это внизу белые камни? И не вставай туда, ты совсем дурак, что ли? Держится пока. Ты хочешь, видимо, еще один грех, да? С души снять. Ты зачем-то... Я не буду фотографировать. Все, фотографируй. Я дальше не буду фотографировать. Либо слазать, либо двигаться. Давай быстрее. Нет. Если упадешь, ты просто сделай, чтобы твое лицо читалось, мое лицо на телефоне, и падай куда хочешь. Нормально, да? Это клево. Да не бойся, что ты берешь?
иногда бывает дожди. 4 метра высота. Брызги воды не попали, как упадет. Ничего, не слышно, не слышно. В смысле? Я чуть не родил сейчас, опираясь на эту палку. Даже не знаю, не назову это лестницей. Камеру чуть не выронил. Посмотрим, как сейчас Варя будет забираться. А вы ногу поднимаете? Прямо низко поднимаю. Вот, вот. Вот. Минута. Не сачкуй. Там все, там вообще вода подкосила. Вини. Обратно как ты пойдешь? Там стоишь просто. Да, ведь раз 10 и все, сильно полчаса останавливаем. Маш! Вот это, Сань. Да, походи, я потом сеть уже.
Это мое лицо в старости, так что да. А что ты орала? Курага. Ну покажи еще раз. Еще раз? Ну. Сейчас. Курага! Ну. Может так же остаться только параллельно мне. Вот, Кураган. Ты Иисус, и я за тобой крест. Что? Ты Иисус, я за тобой крест? Это древняя молитва, да, какая-то? Что это было? Меня зачепнула Лера за нож. Короче, вот это вот зиплайн, вот этот, и Варя хотела... Я мечтала прокатиться. По всей этой веревке. Вон там вот. Конец где-то вообще в другом ауле, в другом районе. Не так уж далеко. Ты сумасшедший. Рыжая, и на свете всех милей. Рыжая, не Вау. Очень страшненько. Нет, это так еще пока, просто пещера. Это просто жесть. Да. Красиво, что просто жуть и страх. Подо мной сейчас водопад. Но я, конечно же, не буду вылезать, потому что мне так уже в штанах тепло. Короче, очень, очень круто. Я очень рад, что мы сюда выбрались. Это просто незабываемо. И охуенно, блядь.
В общем, аул. Look coil. Знаменитый нейминг Дагестана. И тут же, пожалуйста, вот. Хипстер спот. Утром болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Но как некрасиво лепиться одного, но лучше коллектива. Мы пить по чуть-чуть и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, он чувствует, я деньги загуляю, то субботы точно хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Такое спорт лото, полюбила на лето, выиграла в любви джекпот, присмотрела студиот, я для всех накрыла стол, есть гектарь, не хорошо, не будем мы сейчас гулять. Наливайте выпивать! Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, я чувствую, я это знаю. Нормально все? Так, тихо. Я сейчас умру. Менты остановили нас, да, уже? А чё мы вот? Бля. Варь, у тебя ничего не порвалось-то? Чуть не треснуло. Блядь, Евровидение, а не Сердюшка. Да вот она у меня. Ваша остановочка. Выходите. Завались, ребята. Да? Чудно. Я чуть себе коленку не сломала, об эту хрень ударилась. Настя не теряет самообладание никогда. Мне кажется, это просто клип. Блин. Чисто его рук делал. Привет! Ты чё? Боже, привет! Ну, у нас гуляет постоянно, по вечерам ходит. Ой, какой ты! У нас ночной такой. Ой, какой ты! Ой, какой колючий? Ты! Нет, мягенький. Ой, какой ты сладенький ёжик! Что, тебе ножку или... Мне, пожалуйста, крылышко. Крылышко. Привет.
Мне кажется, я никогда не трогала ежика по мордочке. Они же все время так сворачивают. Это маленький из-за этого. Он не скрывается. Вы его подкапливаете? Не просто так ходит, да? Да, конечно. Ты пробовала когда-нибудь у него вот тут вот? Не знаю, что он кусается, что он укусить может. Они же всегда вот такие. У него голова заезжает сюда. Сладкий ежик ни головы, ни ножек. Нет, курбана не давайте. Так, никакого курбана нет. Саид, где курбан? Он его за ухо укусит, я знаю. Когда я узнала, что они едят мясо, я была в шоке. Да, да, да. Что они так-то не пусть. Я пойду. Деловой такой, смотри, его ножки мои. Я могу, я так же с кровати встаю. Давай, давай, ты сможешь. Мы на это, комсоры поднимаем. Кошка. Он же переключил, здравствуйте. У меня аж легкие прям такие, Лера, мы уходим, все, блядь. Ты отдохни. Я сделала шпагат, ну почти. Блин, да. Это было заебать. Я отпиздила себе коленку. Это просто на GoPro не видно, что еще едет. Мы-то это ощущали. Да, на твоей не просто. Почему? Так холодно, тебе холодно? На мне две пары штанов. Мать, ты чё, блядь? Мне только одни. У меня просто уши вечно мёрзнут, поэтому я в шапке, а так мне прям офигенно.